У нас льготное лекарственное обеспечение осуществляется в плановом порядке. Закуплен необходимый объем препаратов, бесплатных по рецептам, которые выдаются в поликлиниках. С этим сейчас проблем у нас нет. В течение данного квартала уже обеспечено 36 тысяч рецептов, и сложностей мы пока не видим ни по закупкам, ни по поставкам препаратов. Особое внимание госпитальному сектору, те препараты, которые приобретаются для лечения пациентов в стационарах, соответственно, с этим тоже никаких сложностей нет, полностью пациенты и больницы обеспечены всем необходимым препаратом.